Ребята, всем привет! Mercedes Vito 638 110. Коробка механическая. Значит, ни с того ни с сего перестала включаться задняя передача. Как бы не довключается. То есть включаю рычагом в сторону ее, сюда, как обычно, отпускаю сцепление, машина не едет. То есть передачи нету. Как бы то включается, то не включается. Ну, в основном не включается. Долго надо было ловить туда-сюда. Значит, первое, что, в общем-то, я уже сделал все. Просто сейчас разберу, специально вам все покажу. Залез посмотреть регулировку тросов. Ну, тут, в общем-то, нечего регулировать. Оно все зажато. Подкрутил. Регулировки такие не сильно. Не сильно, чтобы сказать, можно что-то тут отрегулировать. В общем-то, наверное, и вернул все на место, как и было. Кстати, в этом месте снимается пепельница. Кто будет лезть сюда, пепельница, два винта. Вот. Самореза прикручены, поэтому не выламывайте, открутите, она выпадает. Переходим под капот. Механизм переключения. Вот такие два троса вот подходят, те самых, сюда. Откидываем их в сторону. Раз, снимаем. Ну, тот можно не снимать, в общем-то, но все равно, как бы, шарик можно смазать смазочкой, поэтому все это дело откидываем. В основном вот этот вот трос. Тоже там шарнирчик, поэтому отверткой упираем и снимаем. Есть. Сняли. И что нам нужно снять? Вот этот рычаг. Вот этот рычаг. Вот он. Да блин. Удобство, как всегда. Вот этот рычаг. Вот. Как он? Скоба, рычаг. Наверное, рычаг, потому что он ходит, который держится. Вот болт прикрученный. И там дальше на 13 ключик. И откручиваем эти два болта. Снимается у нас вот этот рычаг. Что, в общем-то, я сейчас и сделаю специально для вас. Дальний болт снимается, откручивается. Не очень удобно, поэтому вот с этой стороны добираемся накидным. И откручиваем его дальше, он, в общем-то, идет от руки. Этот немного проще, доступ к нему полегче, поэтому можно здесь уже без всяких проблем. Так, есть, снимаем рычаг, приподнимаем, отводим его чуть-чуть, ну вот, аккуратно, чтобы там не выскочила втулочка. Снимается без всяких вопросов, в общем-то. И здесь вот у нас интересует, это я уже смазкой вымазал все это дело хорошо, вот этот вот квадратик. Вот этот вот квадратик, квадратная втулка, капроновая. Так, вот она, снимается, она тоже находится на оси. И вот, что она собой представляет. Черный квадрат, вот такой. Значит, стояла она у меня, сейчас я протру ее. Стояла она у меня вот этой стороной, где уже стерлась и лопнула даже. Где фокус? Вот видно, выработка. Соответственно, и с другой стороны тоже выработка. Две грани еще как бы целые. Поэтому тут временно, пока найду я ее и закажу, поставлю я ее, проворачиваю другой стороной. Здесь видно на рычаге даже вот металлом уже механизм шуровал. Поэтому попросту то, что было внизу, часть была вот так. Я ее проворачиваю. Проворачиваю вот этой стороной и ставлю так. Или можно эту внутрь. То есть особой разницы нет. Там паз
И вот эта втулка ходит в пазу. И именно толкатель, вот тот, не знаю, как точно он называется, рычаг толкает и переключает передачи. То есть появляется люфт при выработке. И вот в данном случае у меня не довключалась задняя. То есть не включалась вообще. Такой минимальный люфт и давал все это дело. Смазочкой шрус помажу все это дело, что я, в общем-то, и сделал. И собираю назад. Куплю новый такой вот квадратик, поставлю его, и я думаю, все будет хорошо. Так, ставим все на место, смазываем перед этим. Этот рычаг можно вот здесь смазкой обработать. В общем-то, взял обычную хада смазку и обработал, разработал. Намного легче будут переключаться передачи. Сразу после этих всех процедур чувствуется, что передачи уже включаются. Ну, как бы у меня передачи включались нормально, а вот именно задней была проблема, туговато. Нужно было с натягом ее переключать с усилием определенным. Сейчас вот я чувствуется, что она включается и фиксируется без проблем. Сейчас заведу двигатель. Проверим. Так, первое. Едем. Вторая. Едем. Третья. Едем. Четвертая. Едем. И задняя. Тоже едем. Еще раз. Едем. Самый идеальный вариант — это когда установить без выработки, без всякой, втулочку, вот у квадратик черный. Поэтому сейчас пойдем поищем ее в интернете. Значит, на Экзисте не нашел, я сразу показываю. Коробка передач механическая, подвеска — это подушки, масла, управление передач, тут трос, ступенчатая коробка. В общем-то, наверное, может, не там ищу, но факт тому, что только тросы. Значит, дальше смотрим, что я нашел. Нашел, ребята, вот, спасибо, дают код по Экзисту, в общем-то. Номер детали вставить. Смотрим, как оно хоть называется. А оказывается, называется оно ползун. Ну, в общем-то, да, если там посмотреть, то ползает оно по пазу в толкателе, который переключает передачи. И вот деталь применяется на следующих моделях. Да, в общем-то, выбираем любую. 110D, посмотреть на схеме. Деталь соответствует номеру 008 на изображении. Я так понял, вот отмечено квадратиком. И вот наша втулка, которая одевается на ось. Квадратик. Стоит он что-то там, я не помню, 56 гривен, что ли, на наши деньги. Поэтому вот так, в общем-то, я его и нашел. Много вариантов люди точат там из старопласта, из того, из третьего, десятого. Не буду я ничего точить, я их пару штук возьму. Одну кину в бардачок. И пускай, в общем-то, катается. Все. На сегодня все. Всем удачи. На дорогах удачи в ремонтах. И до следующих видео.